Как сообщила пресс-служба Дагестанского отделения Социального фонда России, размер выплаты будет зависеть от трудового стажа и размера заработной платы гражданина. Также специалисты отметили, что с 1 января 2023 года расширился круг лиц, имеющих право на оплату временной нетрудоспособности. Теперь выплаты по больничному листу доступны сотрудникам, которые работают по договорам гражданско-правового характера. Если стаж работника менее 5 лет, размер пособия составит 60% от его среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет – 80%. В случаях, когда стаж превышает 8 лет, размер пособия составит 100% среднего заработка, рассчитанного исходя из дохода за 2 года. Однако он не будет превышать 2796 рублей 99 копеек в день. Все данные, необходимые для оформления и выплаты пособия, работнику страхователи должны передать в Социальный фонд России в течение 3 рабочих дней. Фонд перечислит пособие не позднее 10 рабочих дней со дня получения сведений. Отметим, что фонд будет оплачивать больничный лишь с 4 дня, поскольку первые 3 дня обязан оплачивать работодатель. Анастасия Сидоренко, Сиражуддин Магомедов. Новости телеканал «Среда».